Какой кредит одобрит банк и одобрит ли его вообще? Клиентам Сбербанка теперь гадать не нужно. Банк запустил услугу «Кредитный потенциал». Встроенный в мобильное приложение сервис за пару минут рассчитает, сколько вы можете взять в кредит. Кредитный потенциал позволяет нашим клиентам увидеть не только сумму, которую банк может предоставить для займа, но и посмотреть вид кредитования. Например, если вы планируете купить квартиру и не знаете, какую сумму вам банк одобрит, вы эту информацию увидите в кредитном потенциале. Также и по потребительским кредитам, и ровно так же по автокредитам. Такую же услугу можно получить и лично в офисе Сбербанка или в Сбербанк онлайн. Новый сервис будет особенно удобен для тех, кто задумывается о покупке квартиры или автомобиля и хочет узнать, на какую сумму можно рассчитывать. Данные кредитного потенциала не обязывают банк одобрить заявку, но риск отказа будет минимальным, говорят сотрудники Сбербанка. К слову, результат расчета остается актуальным 30 дней. Если вы рассчитали свой кредитный потенциал и в данный момент не воспользовались им, то банк через 30 дней пришлет вам уведомление обновить данные по потенциалу. Запрос кредитного потенциала – это не подача заявки. Деньги у банка можно и не брать. Клиент лишь узнает, сколько денег и на каких условиях готов предложить ему банк. Если же сервис дает кредиту красный свет, то заемщик сможет выяснить причины потенциального отказа и исправить положение. Перед тем, как подать заявку на любой вид кредита, своим клиентам мы рекомендуем, помимо того, что узнать свой кредитный потенциал, также проверить свою кредитную историю. Любой клиент может это сделать в Сбербанк онлайн, либо в мобильном приложении, а также обратившись в любой наш офис. Рассчитать кредитный потенциал просто. В Сбербанк онлайн, например, нужно пройти в раздел «Кредиты» и там выбрать соответствующую вкладку. В мобильном приложении сервис можно найти через встроенный поиск, вбив в его строку словосочетание «кредитный потенциал».